Любимая, скоро же 8 марта. Да. Вот что бы ты хотела? Ну, во-первых, чтобы каждый мой день начинался с кофе в постель. И чтобы генеральной уборкой занимался только ты. Посуда, мытье посуды тоже на тебе. И чтобы весь день говорил «да». Хочу на Мальдивы. Не орать, когда машину веду я. Отдать мне свою банковскую карту. Навсегда. И после девичника, когда у меня болит голова, приносить пиво в постель. Чур, чтобы весной картошку ты посадил сам. Каждую ночь интим-сюрприз. И чтобы каждые выходные водил меня в ресторан. И набей морду соседу, потому что он постоянно говорит, что я царапаю его машину, когда паркуюсь.